как раз есть солнечные панели, которые в себя вбирают свет солнечный, и дальше по проводам с контроллера идет на батареи аккумуляторные, и также идет напряжение с контроллера уже в сеть. Подается сюда напряжение на аккумулятор, который является накопителем электроэнергии, и он же выдает электроэнергию на потребителя. Светильники, розетки и так далее. Вот что у нас в данном случае работает. Мёрзет там. Ах, нырнул бы туда. Нырнул, ныряй.